феврале в результате реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий по перекрытию каналов поставки наркотических средств оперативниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Магаданской области при силовой поддержке бойцов региональной Росгвардии в областном центре был задержан 28-летний уроженец Магаданской области, причастный к доставке и хранению с целью сбыта крупной партии запрещенных веществ. По данным полиции, изъятый наркотик составляет порядка 3000 среднеразовых доз стоимостью более 7,5 миллионов рублей. В ходе предварительного следствия фигурант полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Уголовное дело находится на рассмотрении в суде. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Максимальное наказание по инкриминируемой части статьи Уголовного кодекса – пожизненное лишение свободы.